Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин «Дом игры», и мы продолжаем знакомство с серией головоломок для детей и взрослых «Заморочка». Сегодня мы вам покажем, как можно распутать вот такую вот веревочную головоломку, индийский трюк. На обратной стороне, как всегда, написано задание и дополнительный логический вопрос. Внутри находится вот такая вот интересная конструкция. И если мы прочитаем вопрос, разъединить дощечки, не развязывая веревки. То есть нам нужно сделать так, чтобы эти две фигуры были отдельно друг от друга. То есть вот так вот прокручивая, нужно очень хорошо подумать, как это можно сделать. Вроде бы кажется сложно и просто одновременно, непонятно. Но я вам сейчас покажу секрет, как это можно сделать. Вот сюда вот, в это отверстие, мы задеваем, шарик вытащили и вытаскиваем. Вот так вот у нас получилось две отдельные фигуры. И теперь таким же способом мы можем ее обратно запутать, просунув сюда петельку, запускаем шарик и вытаскиваем обратно. Вот у нас опять получилась запутанная головоломка. И можно повторить то же действие опять. Удачи вам в распутывании. До свидания.